Вот. А просадка у меня, оказывается, уже есть. Есть песня. Да, ее поет, правда, Юрий Гальцев. Я ее редко исполняю. Вот. Это мы выступали, у нас был концерт на льду Байкала. Там даже утолщали лед. В общем, это целое дело было. И песня посвящается работникам МЧС и девушкам из города Сатки. Подожди. Концерт на льду Байкала прозрачным февралем. Мы как два экстремала с товарищем даем. В оранжевой палатке с ксеноновым огнем для девушек из Сатки вторую ночь поем. Мы оба не артисты, не жители небес. По 8 экспедиций в составе МЧС. Но чтоб сорвать работу, так это в первый раз. Мы начали в субботу, а кажется сейчас остановилась наша экспедиция у этой маленькой оранжевой палатки. Так получилось, что словно птица я пою вторую ночь для девушек из Сатки. А темп наш был высоким, готовились мы год. Собаки, карты, сроки и следом вертолет. И вот когда накладки в убыток для страны, у маленькой палатки стоим как пацаны. Остановилась наша экспедиция у этой маленькой оранжевой палатки. Так получилось, что словно птица я пою вторую ночь для девушек из Сатки. И кто бы мне неделю тому назад сказал, я сам бы не поверил, ведь есть же тормоза. Но посланы к Ямалу профессор и прораб. Концерт на льду Байкала для двух уральских баб. Остановилась наша экспедиция у этой маленькой оранжевой палатки. Так получилось, что словно птица я пою вторую ночь для девушек из Сатки. На всех дороги хватит, но женщина одна, которая захватит и выпьет вас до дна. Всю жизнь превозмогая, готовимся к боям. А встретится такая, забудешь все совсем. Остановилась наша экспедиция в этой маленькой оранжевой палатке. Так получилось, что словно птица я пою вторую ночь для девушек из Сатки.